Привет! В этом ролике мы расскажем о сумках Alpaca Bravo Sling Mini, Modula Sling и Zip Clutch. Модели пока не представлены в нашем магазине, так что обязательно оставляйте комментарии, стоит ли их добавлять в ассортимент. Ну и не забывайте про подписку и лайк. Bravo Sling Mini – средняя по размеру сумка, в которую поместятся все необходимые по ходу дня вещи, включая iPad Mini или консоль Nintendo Switch. Наша версия выполнена из черной ткани X-Pack с водоотталкивающими свойствами, подкладка из оранжевого рипстоп нейлона плотностью 210 денье. Главное преимущество яркой ткани внутри – это легкий поиск вещей ночью, когда света практически нет. На контрасте проще отыскать что-то внутри сумки. Все молнии защитой от попадания влаги, а несъемный ремешок дополнен магнитной застежкой Fidlock. Удобный механизм позволяет расстегнуть ремень буквально двумя пальцами, но сама по себе застежка никогда не раскроется. Проверено временем. На фронтальной части один карман на молнии, куда помещаются мелкие аксессуары, например, ключи или какой-нибудь санитайзер. Здесь также предусмотрен ремешок с быстросъемным механизмом для ключей. Сюда можно повесить ключи и быстро их снимать, открывать дверь и обратно вешать, чтобы всегда знать, где они находятся. Ремешки по бокам позволяют повесить дополнительные аксессуары на карабин, в том числе фирменное крепление Alpaca Hub. Заднее отделение, которое также скрывается на молнию, предназначено для смартфона, документов или кошелька, чтобы ни у кого постороннего не было доступа к вашим ценным вещам. В нижней части есть точка для дополнительного ремня, фиксирующего, то есть чтобы сумка не болталась, если вы, например, едете с ней на велосипеде или решили пробежаться. Основное отделение дополнено карманом для планшета или консоли. Внутри мягкая ткань, чтобы дисплей не поцарапался. Также здесь основное отделение, куда помещаются другие аксессуары, и два небольших открытых кармана, тоже куда можно спрятать, например, провод для зарядки, какой-то жесткий диск или внешний аккумулятор. Объем сумки 4 литра. Если этого мало, то можно присмотреться к Bravo X Sling объемом 6 литров или версии Bravo Max объемом 10 литров. Последняя вмещает 13-дюймовый ноутбук. Обзор сумки есть на нашем канале, ссылка будет в описании. Modula Sling – увеличенная версия Modula Phone Sling, обзор которой также мы снимали. Сумка выполнена из ткани X-Pack с водоотталкивающими свойствами, молнии YKK Aqua Guard, фронтальный карман с магнитной застежкой. Сзади у нас крепление из гипалона. Если вы хотите повесить эту сумку на лямку рюкзака, лямку сумки или ремень, внутри рипстоп нейлон ярко-оранжевого цвета. Во фронтальный карман легко помещается большой смартфон, например, iPhone 14 Pro Max. В основном отделении один карман дополнен мягкой тканью. Сюда также можно спрятать смартфон, чтобы его дисплей не царапался. С другой стороны у нас аналогичный по размерам отсек, куда помещаются паспорт или другие документы. И два сетчатых крепления с резинками для того, чтобы закрепить, например, ручку или провод для зарядки. Ну и, собственно, основной отсек, куда можно спрятать портативный аккумулятор. В общем, все вещи, которые нужны в городе в течение дня, сюда легко помещаются. В сумку даже помещается Nintendo Switch, но Joy-Con придется снять. Это прекрасный слинг, если у вас мало вещей, они небольшие. Я бы не рассматривал Modula Sling как дополнительный карман на лямку рюкзака. Она все-таки великовата, и пользоваться ей становится неудобно, да и выглядит это странно. Ремешок съемный, так что сумку всегда можно превратить в органайзер для аксессуаров. Ну а вот эти вот ремешки из гипалона, собственно говоря, для того, чтобы вы могли закрепить эту сумку на лямке рюкзака или своем ремне на ваших джинсах. Zip Clutch – прочный, компактный, надежный аксессуар для предметов первой необходимости, которые вы буквально хотите держать в руке. Клатч выполнен из ткани X-Pack, поставляется со съемным ремешком, его можно отстегнуть и использовать клатч как пауч. На фронтальной части два открытых отсека для ручки, компактного фонарика или мультитула. Карман на молнии подойдет для мелких предметов, карт или денег. С обратной стороны открытый отсек для смартфона или паспорта. iPhone 14 Pro Max держится уверенно, но все равно лучше следить за тем, чтобы он не выпал, особенно если вы хотите держать этот клатч перевернутым. Дополнительный фиксирующий ремешок с каким-нибудь магнитным креплением здесь лишним точно не был бы. В основном отделении, которое также закрывается на молнию, два небольших открытых кармана и основное отделение. Сюда помещаются провода, жесткие диски, внешние аккумуляторы,
В общем, это незаменимый аксессуар, необычный и непривычный формат, все-таки клатч мы не постоянно используем, но отстегивающийся ремешок все меняет. В формате пауча zip-клатч смотрится интереснее, а надежные материалы и высокое качество альпака только подбивают к покупке. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно оставляйте свои отзывы в комментариях. Не забывайте переходить к нам на сайт, ставить лайки, подписки, комментарии. В общем, все вы знаете. До скорых встреч!